Смотрите, спускаюсь у мамы по подъезду, и везде розы. Романтика. Смотрите. Видать, что-то здесь было, что-то делали. Смотрите. Ох, как меня встречают, видите, лепестками роз. Всем привет! Я сейчас приехала на квартиру, на которой мы останавливались с Артуром, когда он был здесь. Но так как Артур улетел, я приехала уже забрать вещи. Мы будем пока жить это время у мамы. Вот собрала сумки. Здесь в пакете Софийкины игрушки в синем. А там надо будет мусор сейчас выкинуть. Ну и вот решила вам показать. Это однокомнатная тоже квартира. Здесь вот с правой стороны, как заходишь, сразу идет санузел. Вот такая вот угловая ванна здесь тоже идет. И дальше идет. Это, кстати, вот идентичная квартира. Прям все точь-в-точь. Когда мы жили с Артуром, точно такая у нас была квартира. И вот брат сделал тоже, как у нас. Единственное, вот кровати у нас не было. У нас здесь был, стоял диван большой. И вот так вот, видите, небольшая такая комната. И с этой стороны идет вот как бы стенка. Телевизор. Даже ковры похожи. Единственное, у нас немножко ламинат был посветлее в той квартире. Здесь тоже вот такая же вот угловая полочка в коридоре стояла. И здесь вот идет уже кухня. Кухня тоже была у нас точно такая же. Фасады сверху были белые. Единственное, вот эти вот фасады, которые снизу, они были немножко потемнее. А так все то же самое. Даже плита такая же. Артель у нас была там. И вот так вот, видите, тут столик такой. Такая, знаете, вроде бы небольшая кухонка, но она такая вместительная. Все вот мне здесь прям устраивало. Очень любила. И любила, когда вы знаете весь, как я готовлю. Всегда вот здесь вот есть балкончик. Я открывала балкон. Я люблю, когда в квартирах есть балконы. И здесь вот так выходишь. И вон, видите, утром выходишь сюда, птички поют. Красиво очень. Зелено тоже. Видите, здесь как... Я любила, помню, эту квартиру, в которой мы жили с Артуром, а потом мы уже переехали в другую. Вон, Света пришла, как раз я ее жду. Так, ну все, свет везде выключили, все выключили. Света уже вот половина вещей взяла. Сейчас возьму вот эту сумку, закрою дверь. И спасибо большое Володе. И отвезем ему ключи. Мы приехали прогуляться в парк Пахтакор. Здесь вот рядом течет река Анхор. Вон там, видите? И здесь прям так прохладно, кругом деревья. И вот немножечко сегодня жарковато, душно. И мы приехали сюда погулять. А с этой стороны футбольное поле. Подхожу вот поближе к речке Анхор. Вот. Видите, течет. Так прохладно здесь, прям хорошо. Мама говорит, когда жарко, вот сильная жара, они сюда приезжают. И здесь вот гуляют. Здесь можно тоже так, как типа пикника, если что-то с собой взять. Конечно, не готовить, там шашлыки жарить здесь не пойдет. Но вот так просто посидеть можно. Thank you.
Вот мы освежились. Видите, сначала дети начали. Смотрите, у меня все волосы мокрые. Сначала дети начали, старшие, Даринка с Миланкой. Они в лайк снимают видео. Ну и мне надо, что я тоже далеко не ушла. Ой, классно, так прям освежились и не жарко. Мама там туда вперед прошли с Софийкой, со Светой. Сейчас нас увидят, что мы такие мокрые, подумают, с ума сошли, сумасшедшие. Мы пришли покушать. Здесь вот такой есть Мили Арт называется. Так красивенько здесь. Смотрите, вот у входа ресторан, вот здесь вот моют руки, вот так вот. И здесь, видите, он держит такие салфетки. Руки помоют, вытирают и вот так вот заходят вот сюда вот в ресторан. Вот так вот называется кафе, ресторан. Так, вот по ценам салаты здесь есть. Мы здесь первый раз, Света тоже здесь не была. Супы, уйгурские национальные блюда. Старые блюда. Так, дальше. Тут уже шашлыки, гарниры, соусы, десерты, блюда на заказ. И тут уже бар идет. И все, ну сейчас посмотрим, вкусно или нет. Так, в принципе, красивенько. Тут это вот как бы лоджия, а там еще есть внутри. Вон, видите, самса, манты, плов, следующая картинка. Там тоже, кажется, самса. Ну, там, видите, внутри тоже есть. Там тоже топчаны. Есть топчаны, есть просто столики. Десерты вон там. Деревья, видите, прямо здесь растут. Их так покрасили. Вот, видите, внутри здесь вот так вот. Красиво. И там уже, наверное, для каких-то мероприятий. Видите, здесь уже большой стол. Вон там мама сидит, он, видите, на улице. Здесь уже большой вот так вот стол. Хорошо, и здесь. Ну, все такое в узбекском стиле. Красиво. А где твоя курточка, София? Пойдем. Ну, там кухня прям, видите, за стеклом. Я буду нарын, вот заказала, давно не ела. Нарын очень популярное кушанье в Узбекистане. Блюдо представляет собой сочетание тонко нарезанной домашней лапши и мяса конины. На выбор можно подать бульон из наваристой конины с репчатым луком и козы. К сожалению, нарына нету. Мы вот с мамой заказали ассорти. Здесь входит сюда долма, фаршированный перец, голень, тефтели, седло баранины, яйцо перепелиное, черри, сухофрукты и картофель. Подается со сметаной. Не знаю, такое еще не ела, попробую. Вот. А Света заказала кавурма лагман, это вот как жареный лагман. Здесь шашлыки, а Миланка пельмени будет. Вот нам принесли две вот такие вот лепешечки. Лепешки горячие и пахнет так прям вкусно. Салатик вот такой ачучук мы заказали. И вот это вот сюзьма. Видите, как красивая подача. Вот такую еще принесли картошку по-деревенски и фри. Дети любят нашу картошку. Там этот кетчуп и что-то еще. Картошка по-деревенски очень вкусная. Такая прям, знаете, с чесночком отдает. Я попробовала. Сейчас ждем наше блюдо. Вот принесли нам ассорти. Здесь, видите, шашлык, долма, тефтели. Вот это болгарский, да, перец фаршированный. Вот это что, картошка, что ли? Баранина и вот с овощами. А это что? Да, огурчик, бери. Спасибо. Милане вот принесли пельмешки с бульоном, со сметаной. Приятного аппетита. Спасибо. Вот Свете принесли кавурма лагман, жареный лагман с овощами, лук зеленый и яйцо, что ли, да, это сверху, свежее, да, кажется, яйцо.